Новые правила диспансеризации российских школьников утвердило Министерство здравоохранения. С 2013 года осмотр включает в себя ультразвуковое исследование печени, почек, сердца и щитовидной железы, определение гормонального статуса. Детям с 14 лет будут обязательно делать еще и УЗИ половых органов, чтобы вовремя заметить патологии или какие-то специфические заболевания. Ну а тех учеников, кому 10 лет и больше, ждут тесты на пристрастие к курению. Кстати, по словам медиков, Минздрав выбрал не самые эффективные способы проанализировать детский организм на пристрастие к табаку. А представители образования убеждены, что таких сложных анализов для определения курильщиков в школе не требуется, так как учителя и так знают, кто из их подопечных подвержен вредной привычке.